870 отважных райдеров в купальных шортах и бикини спустились на лыжах и сноубордах с горы, невзирая на погодные условия. Температура воздуха -1, проливной дождь со снегом, сильный туман. Зона старта находилась на высоте 1170 метров. Открыл рекордный спуск первый в мире горнолыжный оркестр. Музыканты специально для спуска заранее учились кататься на лыжах и сноубордах. На призыв поставить рекорд отозвались 52 музыкальных райдера. Высокогорный карнавал «Бугель-Вугель» традиционно проходит в формате бугельпийских игр. Состязания проводятся в 36 веселых видах спорта, как в личном, так и в командном зачете. В этом году было подано более 8,5 тысяч заявок на разные состязания. Также в рамках карнавала состоялось и празднование юбилея любимых героев Союзмультфильма – Чебурашки и крокодила Гены.